Мои солнышки, всем привет! В этом видео я хочу рассказать, что я не хожу никуда там делать ногти, ни в какие ногтевые сервисы. Я сама за ними ухаживаю. Вот посмотрите мои ручки. Хочу поделиться с вами одним секретом. Именно как сохранить красивые свои ногти и сохранить красивую кожу на руках. Значит, смотрите. Перед тем, как накрасить ногти, самым обычным лаком я использую основу. В данный момент у меня вот Avon масло эксперт. Сперва нанесла на ногти вот это масло, оно впиталось, а потом наношу самый обычный лак, самый недорогой, он стоит 66 рублей в фикс прайсе. Вот этот вот лак. Ну, кстати, держится очень круто и очень классно. 3-4 дня. После того, как я нанесла лак, что я делаю? Я беру самый обычный детский крем. У нас вот в данный момент у меня краснодарский детский крем с витамином А и с экстрактом ромашки. И наношу вместо масла, да, вот который наносит на кутикулы, я на ногти, прям на сами ногти, наношу детский крем. Вот он, нанесла его и распределила по всем рукам. Все, он впитался, и ручки в обалденном состоянии. Эту процедуру я делаю именно тогда, когда мне нужно заново их накрасить. То есть раз в 3-4 дня. То есть каждый раз я этот крем не использую. Он у меня идет как закрепление для лака и увлажнение для пальчиков и для ногтей. Вот такой небольшой лайфхак от меня, я с вами им делюсь, мои солнышки. Все очень просто. Люблю вас и целую. До встречи!